Ты все вырубил. Я знаю, что ты здесь! Заткнись ты, гребаный робот! Езжайте без меня. Тут проблемы, я не смогу вернуться быстро. Подождем. А Тейлор? Не ждите, я догоню. Как скажете.
припасы. Берите все, что найдете и у кого найдете. Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Там мы сядем и будем ждать помощи. Ребята сейчас заваривают вентиляционные люки и вырубают лифты. Надо выстроить оборону как следует. Людей больше не берем, а вот еду, воду, лекарства и оружие, пожалуйста. Чтобы выжить, мы должны забыть про жалость. Это какие-то люди. Осторожней там. Может, он нашел, где еще поживиться? Или даже способ отсюда выбраться? Или сегодня мы, наконец, закроемся в жилой зоне и будем спокойно ждать? За бред. Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Ладно, поехали к Синклеру, раз велел. Сейчас лучше держаться вместе. Нам все равно нужны еще припасы. Я в это уже не верю. Да, эта тварь ничто не остановит. Ничего, попадет мне на мушку, я ее сделаю. Галереи Соломон, штабу службы безопасности и жилой зоне. Рипли, мы в штабе службы безопасности. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Отбой. Все будет хорошо. Уэйд знает, что делать. Знает он? Да ладно, пока его дела не привели ни к чему хорошему. Может, здесь мы будем в безопасности? Это ты? Ты включила транзит? Здорово! Как Тейлор? Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмэйс. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квиты. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите.
Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразуметь? Поговорить с ним? Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострому летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. Да. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Я чую, ты что-то недоговариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Проверка связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу, хотя с помехами. Давайте не спешить. Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Тебе нужна штука. У меня кое-какая с собой. Хочешь, Пикар? Извини, Хайст. Я микроскоп не захватила. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались. У нас важная задача. Микс, смотрите в оба. Есть. Льюис, ты смог расшифровать сигнал? Нет, не знаю, что это. Ну и хорошо. Значит, это загадка. А загадки иногда очень дорого стоят. Может, наконец поймаем крупную рыбу? Может. Пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Самому не залезть. Хайст, подойди, подсади меня. Вроде нашел проход. Пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Отрезан. Буду искать обход. Осторожней там, ладно? Погодите,
Я вроде что-то нашел. Нашел трещину в скале. Сейчас взорву, отойдите. Подсади меня. Большой куш. Легче на поворотах. Не повредите тут ничего. Сойди. Сколько времени это тут лежит? А там что? Рубка? Если предположить, что это корабль. Вот он наш большой куш. Тихо вы. Что? Разбудить боишься? Ты извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Марло, это... Это что-то живое. Это было что-то живое. Теперь это наша собственность. По праву. Надо заявить права на эту находку, пока нас не опередили. А Нисидора не увезет такую здоровенную хрень. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся.
Поищите, что еще тут есть. Марлоу, мы что-то нашли. Какие-то следы. Следы? Тут что-то тащили. Но это не все. Не обрадуешься. Что это? Следы ведут сюда. То же название, что на бортовом самописце. Настромо. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Если тут уже кто-то был, почему находка не зарегистрирована? Если они живы, мы ни хрена не получим. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Что это? Я ничего подобного не видел. Это не земное, точно говорю. Я нашел маячок. Сейчас посмотрю. Не знаю, в чем дело, но маячок отключился. Марло, ты должен это увидеть. Да, иду.
Скажи мне все. Где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Надеюсь, работает. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы. Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Нечего на меня так смотреть. Он сам нарвался.